Всем привет, дорогие моим друзьям, гостям моего канала. Сегодня что у нас особенное для меня? Особенное блюдо, незнакомое блюдо будет наша младшая невестка готовить. Чуду. Это даргинская кухня, она оттуда. И она будет готовить. Я просто ей снимаю. Правильно она сказала, в Даргистане говорят чуту. Пишите в комментариях чуту. Ну, из Даргистана все поддерживаем нашу снаху. Она будет сегодня готовить. Так что, если вдруг ты не подписан, обязательно подпишись. Нажми колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Лайки, благодарю за лайки. Друзья, много смотрит. Не, лайки мало и подписка мало. Поддержите, Люсина, поддержите. Делитесь с друзьями, гостями, соседями. Так что благодарю за то, что вы со мной. Огромное спасибо всех. Дай Бог вам счастья, благополучия, семьи. Друзья, в каждом ролике или не каждом ролике я постоянно говорю, если кто-то захочет спонсировать мой YouTube канал, благодарю вас. Добро всегда вернется к вам. Так что, ну что, приступаем. Алусина должна краситься, да? Пора. Вот так вот. Погода. Да, дождь не будет, но пасмурно. В Армении пасмурный. И немножко холодно, поэтому вот так вот одела. Ну что, пойдем готовить. Сегодня мы готовим даргинское чуду, для которого понадобится только мука, соль и холодная вода. Это для того, чтобы приготовить тесто. Мешаем тесто, чтобы было не сильно крепким. Можно громче? Уже все. Друзья, мы готовим даргинское чудо. Чуду. Ну, никак не могу высказать. Но до такой степени она помешала. Это я не готовлю. Это молодчая сноха. Здесь нам понадобится мука, холодная вода, соль. Все. До такой степени, чтобы получить мягкое тесто. Все. Начни. Знаешь, как мы сделаем? На стол поставим вот эти три. Ты будешь говорить. А, ну что ты так делаешь? Да меня же не сказать. Звезда. Ты моя звезда. Звезда Востока. Мам, я перейти хочу. Иди в туалет. Стоп, нам понадобится мясо, фарш, говядина только, любой фарш, и картошка, лук. Угу. Тесто у нас уже готово. Стоп теперь. Нарезаем картошку мелкими дольками. Стоп теперь. Картошка, друзья, нарезаем ломтиками, а лук нарезаем кубиками. Все смешиваем друг друга. Делай стоп, все, они по ней поняли, что... Нормально, сделай-ка. Лук, перец по вкусу. Где наш лук, перец-то? Красная паприка, чуть-чуть черный перец и соль по вкусу. И хорошо мешаем. Чайник есть у тебя? Чайник, что делаешь? Воды нам добавить. Да, есть. Ну, вон, я всегда добавляю воды. Всегда, когда делаю, хоть ты говоришь, что делаю. Воды надо добавлять. Все, хватит, чуть-чуть. Ну? Чтобы начинка была не сухая. Так. Ладно, потом покажем. Да. Все, хватит все, это? Все. Руками подними, чтобы фарш видно. Ну, почти 100 миллилитр. Уже все, я тоже не могу это слово сказать.
Такая должна быть консистенция. Люся, скажи мне, делим тем сначала. Ага. Договори. Ой, снимай. Ты уже снимаешь? Снимаю, да. Тесто делим пополам. Угу. Делаем один кружок чуть побольше. А второй должен быть чуть поменьше. Я же уже не пополам. Примерно должно получиться вот так вот у нас. А почему вот один большой, один маленький? Можно сказать? Вот или хотел про это сказать. Потом видно. Потому что тут, что побольше, у нас будет низ основанием для чуду. Понятно. А это будет крышечка, которая будет закрываться сверху. Также нам понадобится масло и одно яйцо для того, чтобы мазать чуду сверху. Мешаем. Соль добавлять не надо. Вот тесто готово. Даем тесту минут 5, пока оно станет мягеньким. Было его легко раскатывать. Мы делаем, раскатываем маленький кружок, для того, чтобы после того, как раскатаем большой кружочек, маленький уже был мягенький, был уже готов. Сделаем стоп. Стоп, ты не делай. Так, наш парень готов. Сыпем его мукой, убираем в сторону. Я тоже хочу. Может, просто звучку сделаешь. Вот готово основание. Кладем его на вашу досочку. Там сама ускорит, если что. Сейчас подохну. Не говори ничего. И положим масло по вкусу. Вообще я кладу, но некоторые не особо любят, но мне кажется, надо. И закрываем его крышечкой. Начинаем плести. Можешь остановить, показать, помазать его. Плести, надеюсь, все умеют. Mm? Я говорю, плести, надеюсь, все умеют. Вообще специальная штучка, конечно, но все нет. Есть! Да пофиг уже. Все так делают, я видела. Да? Угу. Штучкой? Ты хочешь на 100% видео? Да нет, ну, конечно. Это домашний. Мы наконец-то поели. Способ. Домашний способ. Откроем дырочку, чтобы у нас она не поднималась сверху. И все, готово. Отправляем в духовку на минут 20-30. Температура какая будет? 200. Максимально 200. Все. Это второй лист? Тут что послушай. Я там тебе сказала. Да. Чем? Да? На любителя. Много мяса, да? Да, картошки. Некоторые вообще любят, когда картошки много. Я, например, люблю, когда много картошки. А мужчина в основном, когда мясо. Можно делать так тыквенно, ты знаешь, что-то? Тыквы я очень не люблю. Не любишь? Нет, не ем. Крапива, тыква, сыр. Крапива есть у меня. Чем хочешь? А, еще масло сверху. Угу.
чуть-чуть масла, да? Угу. По чуть-чуть можно, чтобы жирненько было. Некоторые добавляют курдюку, тоже очень вкусно. А, курдюк? Угу. Это как сало наше, да? Да, да. Ты так быстро делаешь. Я не умею так делать. Тебя бы заставляли каждую неделю. Ты была бы профи. Ну, а может, не делала, поэтому... Да я же говорю, пару раз делаешь. Прекрасно получится. Чё? Можно хлеб? М? Хлеб. Человек-паук тоже решил помочь. Даже человек-паук притянулся на чуду. Что уж говорить об остальных. Ну, как красиво. Йо, папе! Все, отправляем.